Вот это крутанул! Ребята, это Opel Astra GTS! Это купешка на двигателе 1.6 и с коробкой механика. Она такая же вместительная, как пансионат твоей бабушки. Туда можно запихнуть холодильник, всю твою семью, собаку, детей и все остальное. Именно на этой тачке можно переезжать в другую квартиру, в другой город, в другую страну. А ты что, угораешь? Это же купешка. Куда ты не можно уехать-то? Да ты что? Смотри, я тебе сейчас все покажу. Это супер вместительная тачка. Погнали! Так, ну-ка, это у нас самые мощные наши бойцы. 21! О, оп, о, о, ничего себе! Процесс разбора автомобиля уже пошел. Потихоньку. Ну все, потащили сиденье от купе. Ребят, куда вы тащите сиденье? Так, что у нас был? 21 человек. Опа, 22. Так, ну-ка, что там еще кто-то остался? Так, в салоне больше никого. 22 человека влезают в Opel. А... О, 23 человека и раз, два. И три собаки. Так, ребята, зафиксировали. 23 человека и три собаки влезают в Opel Astra GTS. Ты куда фонари потащил? Они уже продали, поедут в Челябинск. Опа, в Челябинск. Ребята, не забудьте, у нас отправка запчастей в Челябинск, Екатеринбург, Тобольский, Курган бесплатно. Не берите с них бабки, отправляйте так. Ребята, спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, делайте репосты, пишите, что вы думаете о наших видиках, что нам следует сделать лучше, еще что-нибудь. А этот Opel Astra GTS отправляется в полный разбор.